Горячая пора. Планы, конечно, большие. Только высококлассная продукция. Потенциальные риски. Внештатная ситуация. Скорость принятия решений. Цели по надежности. Сократить затраты компании. Разобраться в стресс-сценариях. Настрой на победу. Это последний такой рывок. Готовы для этого? Да! Мы хотим получить отличные результаты. А для этого нужно потренироваться. Очень хорошая вещь то, что мы здесь рассматриваем ситуацию, когда что-то пошло не так. И что мы с этим будем делать? Сейчас мы моделируем разные ситуации, прорабатываем их, сразу находим пути решения. Открытое общение, живая дискуссия, чтобы все вопросы, которые могли бы возникнуть в посевную, от которых, ну вот можно сказать, искрит. Основные учения – это там, венец процесса подготовки многомесячного к посевной, да, где уже основные результаты подготовки обсуждаются и делятся между всеми участниками этой посевной кампании. Мы в этом сезоне сделали централизованный входной контроль гибридов и семян. Мы в этом году перешли на управление процессами через качество. Что это значит? Мы выявляем потенциальные риски на каждом этапе производства. Мы честны и достойны доверия. Здесь и сейчас, во время штабных учений, мы говорим о тех ошибках, которые допустили в прошлом сезоне, и о том, как сохранить ключевые активы компании в этом сезоне. Эксплуатация – это база. Скоростные режимы, управление давлением в шинах, режимы работы самоходной техники. На протяжении двух дней мы активно работаем над нашими коммуникациями, над общением, выстраиванием, скажем так, рабочих групп и поиском альтернативных решений на поставленные задачи и ориентируясь, опять же, на ключевые цели бизнеса. Мы уверены, что они помогут нам, вот прохождение этих кейсов, проработка помогут нам в следующем сезоне, точнее в этом уже сезоне, справиться со всеми рисками. Это совершенно не теоретическая программа, да, не теория, не лекции. Это практические дискуссии. Коллеги выходят из этих дискуссий с совершенно конкретными планами, решениями, инструментами, которые они увезут с собой и будут применять в этом сезоне.